Приветствую всех, дамы и господа, рыбаки не очень. Это очередная подборка коротких видеороликов, которые по разным причинам не попали в основное видео. Сделаны они были в разных местах в разное время и просто-напросто перемешаны между собой. Видео не имеет какого-либо сюжета, это просто попытка сохранить отснятый материал для своих зрителей. Какой хороший экземплярчик. Неплохой экземплярчик. О, неплохой экземплярчик. Безымянный воблер, даже не знаю, кто производитель, как называется, был мне подарен товарищем. Первая рыбалка, второй заброс, вот клюнула кунжа. Ух ты! Замечательная блесна от замечательной японской компании Смит. Блесна называется Арс. Я решил проверить, есть ли вообще рыба сегодня. О, рыбы мало, конечно. Она периодически плещется, но мало, откровенно мало. Но вот поклевка. Сейчас я сниму эту приманку и вот поставлю цуриною. Так, рыбу надо отпустить и продолжим. Субтитры
Так, отлично, отлично. Привет от ДНС. Мы на месте, и вся команда в сборе. Начинаем лаги ставить. В общем, как по щелчку было 12 градусов тепла, сейчас 4. Хорошо, что я зимнюю одежду взял. Еще и дождик пошел. Ну, как бы нормальная для Дальнего Востока погода. Думаем сразу на завтра лодку Иди ко мне, моя красавица. Долго же я тебя уговаривал, долго. За камнем пряталась. Вот она, красавица. А? Красотуля. Красотуля. Вот она, красавица.
Когда-то давно, в советское время, тут кипела бурная хозяйственная деятельность. Вон там море, Старица, это вот основное русло. Прошло несколько десятилетий. Все настолько изменилось, что даже вот невозможно представить, для чего и зачем существовало вот это вот сооружение. Просто огромный перепад высот. То ли мост, то ли пирс какой-то. Это вот, что называется, привет из далекого прошлого. Удивительно. Красота!